Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас 13 июня 2022 года. И вот после где-то 16 часов тучки начали собираться. И вот такое вот, вот такое небо. Надеюсь, все видно. Вот. Оно нам вот подарило такие вот осадки. В огороде стоячая вода. Вот. Но сегодня Луна находится в знаке Стрелец. Вот почему всегда, когда Луна находится в знаке стихии огня или стихии воды, Земля не воспринимает воду. Это, конечно, она уйдет, впитается, но эффект такого, как мы получим, когда вода, вот в Скорпионе позавчера было, все впиталось, очень хорошо впиталось и польза была. Ну а сегодня у нас вот такая ситуация, вода стоит, вот мы стоим возле граната. И я неспроста вот эту тему начала именно вот с этого момента, что осадки, они связаны с поливами. И вот что мы должны понять. Я хочу ответить на вопросы, почему осыпаются завязи, почему осыпаются цветы у многих растений. И у нас, кстати, здесь та же самая ситуация была, пока мы не поняли, что нужно поливать. Потому что раньше нам говорили и писали многие блогеры, вот особенно из республик Закавказья, Азии. А зачем их поливать? Почему их вообще не надо поливать? Потому что они находят нужную воду, и не нужно их подкармливать, и никаких проблем у них нету. У них другая почва, у них песок, у них другие воды, они по-другому все находятся в почве. И, естественно, по-другому растения себя чувствуют. Ну, а у нас суглинки, глина. И здесь очень сложно корням без воды. А у нас были вот такие года, вот 2 года назад вообще запасов воды было очень мало. Минимальные запасы воды. Зимы вышли, там было 15-20 сантиметров в почве всего-навсего в метровом слое влаги. И вот это состояние почвы, и растения, естественно, цвели, осыпались. Вот эти красавцы, гранаты, все цвели, все осыпались, цвели, осыпались. Ну, естественно, мы начали изучать эту проблему. И вот первая проблема – это поливы. Поливы растений – это очень важно. Да, в любом случае, мне кажется, что сейчас и меняется климат, и в тех же странах, в которых выращивают обычно вот эти растения, гранаты, инжир, им нужно поливать. У нас там, видите, инжир стоит в воде, по колено в воде. Вот, и он напьется. Но мы, зная уже эту ситуацию, долгое видео, думала коротко, но я просто неспроста вам вот это все рассказываю, показываю. Вы должны понять, что нужно поливать растения. И поливать нужно растения основательно, в какие-то определенные периоды. А какие у нас есть агрокроскопы поливов? Но запомните, эффективна вода только тогда, когда она дается корням, и земля воспринимает, и растения воспринимают. Это знаки стихии воды и знаки стихии земли. Вот эти знаки прекрасно работают. Не работают даже эти знаки в периоды полнолуния и новолуния. Ну и слабо работают в периоды перехода Луны из первой во вторую фазу, а также перехода с третьей в четвертую фазу. Поэтому мы всегда даем и готовим для себя эти агрогороскопы и проводим поливы строго по этим агрогороскопам. Нельзя, тем более дорогая вода, просто вот так ее выливать. И вот как небо нам сегодня вылило, оно вылило столько, сколько хотело. После засушливой весны у нас были дождики, долго, холодно, но нам приходилось поливать каждое растение в отдельности для того, чтобы вот эту влагу сохранять и доставлять непосредственно корням. Продолжаем наше видео, потому что есть еще очень один важный момент. Это момент не только полива, но и подкормки. Вот сколько здесь тоже у нас налило воды. Вот такая у нас ситуация с водой. А я хочу вам еще показать вот
Сейчас мы эту яблоньку посмотрим. Вот смотрите, это колоновидная яблоня. Она уже очень давно у нас живет, где-то лет 15-17. Вот она, вот. К ней подойти сейчас практически невозможно. Вот мне удалось добраться до этой яблоньки. И вот смотрите, почему опадают завязи или цветочки. Если, ну, часть опадает, это естественный процесс, само растение сбрасывает лишнее. Еще может быть болезни, заболевания, вредители. Вредители тоже, особенно плодожорка сейчас, поэтому мы обрабатываем. Но очень важный момент – это подкормки. Вот представьте себе, посадили мы дерево, все, как обычно все, да, делают. Посадили это дерево, вот, все в воде стоит. И когда высаживаем дерево, мы, конечно же, вносим различные удобрения. Но вот за столько лет, за 10 лет, наши яблоньки, наши деревья, все, кстати, они, естественно, каждый год питаются. Человек питается 3 раза в день, ну, по-разному у кого. Бывает кто-то больше, кто-то меньше. Но вот эти растения требуют тоже подкормок, питания. Иначе они будут сбрасывать свои плоды. Даже при поливах, если не будет питания, эти растения тоже будут сбрасывать свои плоды. Еще даже с цветков может это начаться. Итак, по поливу и подкормкам я все объяснила. У каждого конкретного дерева, каждого конкретного кустарника есть свои удобрения, свои периоды, свое количество воды, взрослых растений. Ну, давайте я вот это все такую сделала, как всегда, шпаргалку, подсказку для всех. Чем мы завершим сегодняшнее видео? Причины опадения завязи цветов и плодов. Вот это первая причина поливы. Взрослое дерево, вот старые деревья. Вот есть у меня такие письма, пишут, вот наши бабушки, дедушки, папы, мамы не поливали никогда. Кстати, моя тоже бабушка не поливала, и родители тоже не поливали, у них каждую неделю или раз в 10. Это был север Одесской области, всегда шли дожди, и там чернозем. Какие еще проблемы? Да никаких проблем. Правда, подкормочки они давали, обязательно перегной там. Какие-то другие подкормки все равно это делали. Так вот, нужно помнить, что поливы нужно проводить. Видите, они эффективны в дни воды и земли. На одно взрослое дерево нужно 100 литров в месяц при нынешнем климате, при нынешнем нынешних климатических вот этих качелях нужно обязательно поливать наши деревья, наши растения. Вот колоновидные и мини у нас вот такие деревья мы поливаем один раз в 10 дней по 20 литров воды. Но это снова же в благоприятные дни. Ну и кустарники нужно также поливать 2 раза в месяц по 20-30 литров при нынешней вот этой климатической аномалии, которая сейчас наблюдается в нашем регионе, да и вообще на всей планете Земля. Где-то сильно льет, где-то жарит. Ну, впереди у нас тоже будет жара, но пока вот такая погода, и мы пользуемся тем, что есть возможность сейчас использовать вот эти моменты. Ну, вот этот дождь, конечно же, он, видите, никуда не хочет ходить. Потихоньку он все равно питается в землю. Но того результата, на который мы рассчитывали бы, если бы это было в скорпионе, в рыбах или еще в знаке рак, вот это было бы замечательно. Или в козероге, в деве, а также в тельце. Великолепно получалось бы. И второй момент, почему опадают завязи, цветы и плоды. Это нужна подкормка. Подкормки должны быть до половины лета. Это зеленые удобрения, азотные удобрения, комплексные удобрения. Вторая половина лета нужен калий, магний, комплексные удобрения для плодообразования. Есть сейчас очень много удобрений, и изучайте, и используйте их для того, чтобы и под корень, и по листьям подкармливать. И обязательно нужно помнить, в конце сезона нужно опрыскивание, обязательно опрыскивание по листьям, это кремний и калий. Эти как раз питательные вещества помогают растениям подготовиться к тому, чтобы
растение перезимовало хорошо. Но и помним, что вторая половина и конец сезона – это уже плодообразование, закладка плодовых почек на следующий год. И поэтому нужно обязательно вот эти и комплексные удобрения. Снова же изучайте. У нас есть один коллега, который очень болеет за свой сад, у него большой сад. Он провел анализ, заказал анализ в лаборатории, и он конкретно дает все-все-все подкормочки четко по анализу, который сделали ему специалисты, по рекомендациям. И он не дает комплексные удобрения, а дает конкретные удобрения, которые необходимы растениям в данный период. И поэтому у него все прекрасно получается. И поэтому у него и ягоды замечательные. Вот черешенки созревают. Молоденькое деревцо. Вот. И снова же отвлекаюсь немножко, потому что очень хочется ответить на те десятки вопросов, которые как раз, которые звучало. У нас инжир не завязывается, осыпается. У нас гранаты осыпаются. У нас, кстати, еще может что быть, если есть проблемы с болезнями и с вредителями, тоже может осыпаться, естественно, испорченные эти ягоды. Но вопросы всегда были именно в том плане, что все сделано для того, чтобы и обработки, все-все есть, а все в порядке, а вот растения сбрасывают цвет, сбрасывают плоды, и растения, деревья остаются без плодов, без ягод. Поэтому еще раз подводим итоги. Подводим итоги, а они звучат так. Нужно давать питание растениям в течение вот летнего сезона, а также подкормки делать. И подкормки должны быть конкретно под каждое растение. Под каждое растение в нужное время нужные минеральные. Или это органика первая половина. Ну а вторая половина – это подкормка уже конкретно для плодообразования. Вот такая тема. Я ответила на ваши вопросы, почему осыпаются завязи и почему в боку не осыпаются завязи гранатов, и там растут крупные гранаты, да, потому что у них как раз очень хорошая для этого и почва, и природные все условия. У нас же надо заниматься серьезно подкормками, поливами наших растений. Раиса Горяченко, Александр Волик. Подготовили сегодняшний репортаж 13 июня 2022 года, когда у нас вот целый час лил-лил дождь, и вот все везде у нас в воде, и земля не воспринимает эту воду, потому что сегодня не поливной день, ну а небо не спрашивает, когда получается, тогда выдает вот эту воду нам. Мы прощаемся с вами. Всего самого доброго вам. Мира и добра, хорошей, благодатной погоды, чтобы дождь лил в хорошие, благоприятные дни, и чтобы все у вас было хорошо. Действительно, благодатной погоды для всех ваших растений. Прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.